покажу, как я сажаю чеснок со своим новым приспособлением. Смотрим сюда. Раз. Вытаскиваем. Закладываем чеснок. Вытаскиваем. На определенную глубину он уже там. Следующий. Втыкаем. Вытаскиваем. Закладываем чеснок. Вытаскиваем. Не засыпается, все хорошо. Потом только пограбить и все. Вот это приспособление. Трубочка. Хомутик. И палочка. Вот и все, что нужно для посадки чеснока.